Тем временем Дагестан возглавил рейтинг по приверженности населения к здоровому образу жизни. Об этом сообщают РИА Новости. В исследовании учитывались 8 показателей, включая потребление алкоголя и табачных изделий, ситуация с наркоманией, распространенность спортивных занятий и условия труда. Помимо Дагестана, в тройку по итогам прошлого года вошли Чечня и Адыгея. Напомним, Дагестан второй год подряд на первом месте. Эксперты объяснили высокие позиции регионов низким уровнем продаж алкоголя и потребления табака.